Kristovo vzkříšení. Христово воскресение. В духу видим каменный гроб на Голгофе. Духом смотрим на каменный гроб на Голгофе. В ночи со субботы на неделю ей глядали римские вояки. Ночью с субботы на воскресенье его стерегут римские воины. Предние князи и фаризеи рекли о мертвом Иисусе Пилатове. Первосвященники и фарисеи сказали Пилату об умершем Иисусе. Když ještě žil, řekl, že třetího dne vstane z mrtvých. Тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну. Розкаж тоді глядати гроб. І так прикажи охранять гроб. Ночь є тиха. Ночь тихая. Що се діє в духовній області? Что происходит в духовной области? Ježíšův дух сестовпіл до області тогото часного світа. Дух Иисуса сошел в область этого временного мира. В той хвиле было воскрешено и променено его тело, которое до посуд лежало в гробе. Этот момент воскресло и изменилось и его тело, которое до сих пор лежало в гробе. Тото промененное тело прошло каменным гробом, потому что уже не подлегало физическим законитостям. Это измененное тело прошло сквозь каменный гроб, потому что уже не подчинялась физическим законам. Момент воскресения подтвердил, что Христово Евангелие є правда, а что Христос є правий Бог. Момент воскресения подтвердил, что Христово Евангелие есть истина и что Христос есть истинный Бог. Тento момент се одеграл в напросте тихости а скрытости. Этот момент совершился в полной тиши и скрытости. Ані стражі не віділи, де Христос опустив гроб. Стража не знала, коли Христос вийшов із гроба. Скрішення не було провазено жодними зовнішніми прояви, блиски, громи, землетрясень. При этом не було ніяких явних змінень, молній, громов, землетрясення. Так як Бог з нічого створив цілий весмір a ustanovil v něm pořádek, tak působil svojí všemohoucností i zde. Tak jak Bůh z ničeho sotvoril vselenou i ustanovil v ní pořádek, tak dějstvoval svým všemohouštěstvem i teď. Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrtvých. Jesus Kristus umír i vzkřes. Každý z nás se setká s realitou smrti. Каждый из нас столкнется с реальностью смерти. Наше тело будет не только воскрешено Божьей всемогущности, але будет также и ославлено, а будет подобно Христову воскрешенному телу. Наше тело не только воскреснет Божьим всемогуществом, но еще и будет прославлено и будет подобно к воскресшему телу Христа. Христос воскрес, перший з тих, які померли. 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 Thank you.
воистину воскрес. Христос воскрес. 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 Воистину воскрес. Vzkříšený Kristus se ukázal své matce.
Воскресший Христос явился своей матери. О сеткании воскрешенного Христа со своей маткой письмо молчит. О встрече воскресшего Христа со своей матерью Священное Писание молчит. Она в године его смерти стала под крижем, а духовне сполу с ним замерла, яко его и наша матка. Она в час его смерти стояла под крестом и духовно с ним умерла, будучи и его, и нашей матерью. Если же Письмо Святое свечи, что сполу с Христом мы были воскрешены, пак на первом месте то платит о те, která je milosti plná a která spolu s ním na Golgotě duchovně zemřela. Jestli Священное Писание свидетельствует, что мы вместе с Христом воскресли, то это прежде всего касается той, которая есть полной благодати и которая вместе с ним на Голгофе духовно умерла. Письмо Святое свечи, что Ježíšova матка с женами не была. Священное Писание свидетельствует, что Матерь Иисуса не была с женщинами. Proč? Почему? Protože в момент вскрешения се Ježíš jako první ze všech nejprve zjevil své matce, jak říká i naše východní tradice. Потому что в момент воскресения Иисус первоначально не только явился своей матери, как говорит и традиция Восточной Церкви. Она současně прожила таємství свого и нашего сполувскрешения с Христом. Но она одновременно пережила и таинство своего и нашего воскресения вместе с Христом. Тото таинство се дотика и нас, а є споєно с таинством Христа. Это таинство касается и нас, и также связано с таинством крещения. Чиста Богородице, втішайся воскресінням Сина Твого. 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 Ти тепер в своїй матері, а вона в тобі. Ісусе, ти тепер в своїй матері, а вона в тобі. Ісусе, ти тепер в своїй матері, а вона в тобі. Ісусе, ти тепер в своїй матері, а вона в тобі. Ти тепер в своїй матері, а вона в тобі. Ісусе, ти тепер в своїй матері, а вона в тобі. Ісусе, ти тепер в своїй матері, а вона в тобі. Ісусе, ти тепер в своїй матері, а вона в тобі. Ти тепер в своїй матері, а вона в тобі. Ісусе, ти тепер в своїй матері, а вона в тобі. Святися, святися,
Новый Иерусалим, слава Господня на тобі засяяла, ради нині веселися, Сіоне, а ти чиста Богородице, втішайся, воскреси. Світися, світися, Новий Єрусалиме, слава Господня на тобі засяяла, раді нині веселися, Сіоне, а ти чиста Богородице, втішайся. Воскресінням Сина Твого. Світися, світися, Новий Єрусалиме, слава Господня на тобі засяяла, раді нині веселися, Сіоне. А ти чиста Богородице, втішайся, воскресінням Сина Твого. Світися, світися, Новий Єрусалиме, слава Богосподня на тобі засяяла, раді нині веселися, Сіоне, а ти чиста Богородице, втішайся, воскресінням Сина Твого. Наше спорувскрішення. Наше воскресіння в місті з Христом. Ježíš Kristus byl při své смерті стотожнен з наší přirozeností, kromě hříchu, a my jsme s ním zemřeli. A zároveň s ním jsme byli také vzkříšeni. Ісус Христос во время своей смерти отождествился с нашей природой, кроме греха. А мы с Ним умерли, и вместе с Ним также воскресли. Пророк Озеаш то предповедил слово. Пророк Осия это предсказал. Третьего дня воскреси нас, а будем живы пред Его обличием. Третьего дня воскресит нас, и мы будем жить пред лицем Его. Наша участь на Христове воскресении є нині скрзе віру духовні. Наше участие в Христовом воскресении теперь через веру является духовным. При другом приходе и наше тело будет воскрешено и променено до славы. При втором пришествии и наше тело воскреснет и будет изменено для славы. Духовная реалита спорувскрешения с Христом есть в Ježíšově а нашей Матце доконало. Духовная реальность нашего воскресения с Христом совершенна в Его Матери, которая также является и нашей Матерью. С тоутеж виданостей Богу, а с тоутеж вірою, яко Мария, нині приймає не єн внутрішню єдноту се воскрешеним Спасителем, але таке плně приймам и целое таинство. С такой же преданностью Богу и с такой же верой, как Мария, теперь принимая не только внутреннее единство с воскресшим Спасителем, но полностью принимаю и целое таинство крещения. Теперь си уведомую правду, что не живу я, але живе во мне Христос. Теперь осознаю себе правду, что уже не я живу, но живет во мне Христос. Галатянам 2:20. Галатов 2:20.
Nakolik vírou vejdeme do Kristovy smrti, natolik v nás působí moc Kristova vzkříšení. Naskolika vierou vejdeme v Kristovu smrť, настолько у нас действует сила Христова воскресения. До těchto dvou tajemství, Kristovy smrti a jeho vzkříšení, jsme byli duchovně naroubováni ve svatém. Этим двум таинствам Христовой смерти и его воскресения мы были духовно привиты в святом крещении. Římanům 6, 3 až 5. Римлян 6:3-5. В нашем теле máme už nyní nosit Kristovu smrt a také jeho nový život. В нашем теле мы должны уже теперь носить Христову смерть, а также его новую жизнь. 2 Коринтянам 4:10. 2 Коринтян 4:10. Иисусе, с Тобою я воскрес.
тобою я воскрес. Ісусе! З 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 тобою я воскрес. Це є